Непривычно рано в преддверии 2023 года федеральные музеи делятся своими планами на следующий год. А все благодаря новому порядку, который вводит Министерство культуры страны. Строгая и компетентная комиссия ведомства впервые приняла своеобразный экзамен от федеральных учреждений культуры. В их числе оказался Ульяновский музей-заповедник «Родина Ленина». Это было в торжественном зале в Министерстве культуры Российской Федерации. Наш директор Ирина Геннадьевна Котова защищала выставочный план музея-заповедника на 2023 год. Мы представляли 55 выставочных проектов. Мы защитились очень успешно. Все наши выставки высоко оценены, и 5 взяты как особо крупные интересные проекты в альбом для президента Российской Федерации. По итогам защиты будет сформирован единый выставочный музейный план страны. Выставочный план будет опубликован и Министерством культуры Российской Федерации. Будет он опубликован заранее на нашем сайте. Также будет опубликован на портале ПроКультура. Это все делается впервые, вот так заранее, чтобы люди могли спланировать посещение музея аж на целый год вперед. В Ульяновске музейный марафон ярких проектов открывает выставка «Великий физик, великий гражданин», посвященная 120-летию со дня рождения академика Игоря Васильевича Курчатова в музее Симбирской классической гимназии. Мы ее открываем не случайно. Почему? Потому что в течение нескольких лет семья Курчатовых жила в нашем городе, в Симбирске. Снимала квартиру в доме купца Иванова на втором Курмышке. Ныне это переулок Мира, 4. Но дом, к сожалению, не сохранился. Зато сохранились два учебных заведения, в которых учились дети в семье Курчатовых. 8-летний Игорь Курчатов поступил в приготовительный класс Симбирской гимназии в 1911 году. Как писал позже его брат, он учился неплохо, но не блестяще. Зато в Симферополе, куда семья переехала, Игорь стал первым учеником. Очевидно, в Симбирской гимназии требования были гораздо выше. Она считалась одной из лучших в Казанском учебном округе. Другие проекты расскажут об изобретениях в области освещения и электрификации Симбирска, о быте, обычаях и костюмах наших предков, о людях, кто проектировал Ульяновск, и покажет город в разные его периоды истории. Партнерами проектов, которые представит музей-заповедник «Родина Ленина» в течение года, выступит Московский дом-музей Курчатова, Международное информационное агентство «России сегодня», Государственный музей архитектуры имени Щусева, Бахрушинский музей и другие. Ирина Антонова, Даниил Сурков, Улправда ТВ.